обратить внимание на свойства знаков, символов и вещей, исследовать ощущения, которые таятся глубоко внутри. Проект «Зачарованное» уносит зрителя в мир, где важно понять себя, услышать партнера и почувствовать свою внутреннюю силу. Картина из серии «Норвежский лес» говорит о важности гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Это особый смысл, особая философия, которую можно угадать и разгадать. Каждая работа выразительна и лаконична. В них автор высказывает собственное миропонимание и глубокие рассуждения на вечные темы добра и зла, рождения и смерти с помощью искусства. Каждый человек несет свой крест. Первая картина – женщина, которая отказывается видеть все, что происходит вокруг, несмотря на то, что у нее есть глаза. Некое духовное существо высасывает из ее внутреннего мира всю энергию. На втором полотне – женщина, не желающая слышать просьбы о помощи, чужие страдания. Это ее крест. Заставляют зрителя задуматься о том, какую ношу несет именно он. Для художника дорого каждое произведение, но бабочки представляют для Асель особую ценность. Во время создания картины она была беременна любимой дочкой. И я чувствовала, что бабочки в моем животе как будто бы поют. Поэтому я сегодня хотела поделиться именно в том числе этой картиной с вами. Ну и в принципе с публикой Сочи. Очень дорога Асель культура Востока, и волшебный мир этой части света воплощен в работах художницы. Мне кажется, в нашей жизни не хватает немножко сказки, а я люблю сказки. Я верю в магию, я верю в чудеса. Поэтому вот эта серия, продолжение картин «Шелковый путь», это как раз-таки я хочу, чтобы все окунулись немножко в зачарованный лес, в зачарованную сказку, и в то же самое время принесли или вынесли из этого какую-то изюминку, чтобы спалось легче, чтобы было легче каждому после этого, после просмотра данных картин. Окунуться в мир гармонии Востока могут жители и гости Сочи. Выставка продлится до 20 ноября. Валерия Сачья, Дмитрий Петри. Время новостей.